В Федеральном космическом агентстве 9 июля прошло расширенное заседание коллегии, на котором был рассмотрен ряд вопросов ракетно-космической деятельности, в том числе о создании госкорпорации «Роскосмос». Накануне закон о создании госкорпорации был одобрен Верхней палатой парламента России, Советом Федерации. Теперь, после подписания президентом России и опубликования его в СМИ, закон вступит в силу. Новая госкорпорация «Роскосмос» будет сформирована на базе Федерального космического агентства и Объединенной ракетно-космической корпорации. Определены государством.